Всех приветствую! Сегодня очередной этап сборки велосипеда. Кратенько пробежимся по запчастям. Так, руль у нас фирмы Wake, Comp Series, длина 780 мм. Вынос также у нас Wake. Коротенький такой вынос. Поставим, посмотрим, как будет выглядеть. Тут набор у нас прозрачных колец. Такие синие грипсы. Тормоза Авид BB7. Тут у нас калипер. Попробуем его сегодня поставить. Так, соответственно, ручки авидовские. Задний переключатель Shimano Deore. Вообще он описывается как 10-скоростной, под 10-скоростную кассету. Но люди настраивают его на 11 скоростей. Поэтому попробуем, что у нас получится из этого. Соответственно, у нас Shimano Deore шифтер, монетка, но уже 11-скоростная. То есть вот с маркировочкой 11S. Идет она без такого окошечка. Ну, в принципе, нам оно и не нужно. В местном веломагазине был приобретен подседельный штырь фирмы STG длиной 350 мм. И вот такое вот седло. Вот такое вот седло. Также есть у нас набор тросиков и рубашек фирмы Риск синего цвета под цвет рамы. Два таких набора. Цепь КМС под 11-скоростную кассету.
Итак, велосипед у нас практически собран. Осталось провести тросики, рубашки, настроить переключение, отрегулировать тормоза. Специального велоинструмента, специальных велокусачек для тросов и рубашек у меня нет. Обычными кусачками я перекусывать не хочу. Вот. Поэтому возьмем мы наши комплекты и обратимся к веломастеру, чтобы он нам все провел. И можно сказать, что велосипед практически будет готов.